Привет! Я Богдана, и вы на канале Фотобум, где мы рассказываем вам о товарах для фотографов и видеооператоров. Для реализации себя как фотографа вы приобретаете надлежащее оборудование. Все начинается с камеры и объектива, потом осветительное оборудование и аксессуары, и, конечно же, немаленькую роль играет фотофон, на котором и будет располагаться ваш объект съемки. Компания Jimbei выпускает фотофоны в размере 60 см по ширине и 130 см по длине. Это размер очень удобный для фотографирования предметов и фудсъемки. Материал, из которого изготовлен фон, это поливинилхлорид, именуемый сокращенно ПВХ, прочный по структуре и в то же время гибкий пластиковый лист. Физически он не может мяться, как нетканевые или тканевые фотофоны. Его также невозможно порвать, как бумажный фон. Также его преимуществом является то, что он водонепроницаемый и позволяет применять на себе эффекты воды, неискусственного льда и так далее. Именно поэтому его и считают самым практичным вариантом фона для предметной фотографии, а именно для фуд-фото. ПВХ сам по себе – это прочный водонепроницаемый материал, который легко протирается от воды и различных загрязнений. Фоны Jimbei для предметной съемки доступны в самых различных цветах, которые вы можете сейчас видеть у нас в кадре – красный, розовый, желтый, зеленый, голубой, кофейный, серый, белый и черный. Также между собой вы их можете комбинировать. В этом случае в кадре вы можете применять несколько фонов. 1, 2, 3. Тем самым вы уже создаете необычную картинку для своего контента. Для установки фотофона удобнее всего будет иметь крепление Jimbei 90×200 см PVC Background Stand. Он представляет собой Т-образную форму за счет студийной стойки, высота которой варьируется от 80 см до 2 метров и горизонтальная перекладина размером 90 см, установка которой возможна или по центру, или на край стойки, которая фиксируется к стойке при помощи винта. Наличие двух пластиковых прищепок обеспечивает простую фиксацию фона к держателю. Отметим, что такое крепление позволит вам расположиться как на обычном письменном столе, так и на полу, либо на любой другой поверхности. Когда вы обеспечиваете себя нужным оборудованием для съемки, ваша работа становится простой. Вам остается просто продумать детали и получить в результате креативные и неповторимые кадры. На сегодня это все. Не забывайте ставить лайки и подписываться на наш канал. Ссылки на наш товар под видео. Всем пока!